5 декабря во всем мире отмечается День волонтеров. Это праздник признания и благодарности тем, кто бескорыстно и безвозмездно помогает людям, обществу и окружающей среде. Они готовы оказать помощь старикам, детям, животным, организовать благотворительные акции и мероприятия. Подобная деятельность – один из самых ярких примеров того, как люди могут объединяться ради общего блага и делать мир лучше. Казанский федеральный университет также является крупным инициатором волонтерской деятельности. Институты вуза на постоянной основе организуют свои собственные комитеты, где каждый студент может принять активное участие в общественной деятельности. У нас несколько направлений. Первое – это благотворительность. Как уже говорили ранее, мы проводим благотворительные ярмарки, и все средства, полученные оттуда, мы отправляем в различные фонды, которые помогают детям. Также сотрудничаем с приютами «Щенячий патруль». Помогаем как материально, так и физически. Также проводим мастер-классы в различных организациях по типу благотворительного фонда «Альпари», реабилитационного центра, бесплатной семейной гостиницы для детей. Также проводим субботники, убираемся как на улицах, так и в помещениях у ветеранов войны. Студенты любого курса и направления Казанского университета всегда могут вступить в ряды волонтерского движения и тем самым помочь каждому нуждающемуся в поддержке и заботе. Зачастую это животные, люди пожилого возраста и дети. Все эти сферы запросто можно охватить, имея лишь желание и стремление к бескорыстной помощи. Я уже год являюсь донором плазмы. На моем счету 9 донаций. И волонтерство для меня в первую очередь помощь другим людям. Для меня волонтерская деятельность – это возможность сделать кого-то счастливым. Оно сочетает в себе самые главные аспекты моей жизни. В принципе, это отзывчивость, бескорыстие и бесконечная благодарность к тому, что ты делаешь. Я стою в социальном отделе своего института, и для меня волонтерство – это прежде всего невероятное ощущение, непередаваемая атмосфера того, что ты занимаешься нужным делом. В нашем институте достаточно часто в последнее время проходят благотворительные ярмарки. Вот, и моя основная задача – это призывать людей покупать тот или иной товар. Вот вообще многие студенты что-то приносят, кто-то наоборот что-то покупает. Вот, и ну, мне нравится это – призывать людей, ведь вырученные средства идут в фонд, они могут кому-то помочь. Мы активно посещаем приют для бездомных животных «Щенячий патруль». Мы там помогаем в уборке, приносим необходимые вещи для собачек, проводим с ними время. И каждый раз это незабываемые эмоции, и мы стараемся призывать всех помогать братьям нашим меньшим. Праздник волонтера – это возможность для каждого из нас внести свой вклад в общее дело. Ведь стать волонтером может каждый желающий, независимо от возраста, профессии и социального статуса. Главное – иметь желание помогать другим и быть готовым к тому, что волонтерство потребует от вас много времени, сил и ресурсов. Елизавета Газизянова, Николай Суховский, Универ Новости.